Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Геймерков CV, и сегодня будет новый скрит на вашу всеми любимую говную игру Black Fruits. Да-да-да, конечно. И сегодня буду доставлять скрит с помощью ссылочки, конечно же, потому что через папочку ни хера не получается, ее найти я не могу. Если кто-то знает, как установить скрипт через папку, чтобы он появилось, потому что старым способом ничего не работает, так что что пишите в комментах. Итак, мы заходим в экзекьютор, вставляем ссылочку, нажимаем экзекьют. У нас появляется наше мод-меню, которое, в принципе, вы все и ждете. Сейчас оно появится. Нажимаете еще раз execute, и у вас появляется вот такая огромная менюшка, где много функций, ну, для вашего развития, вашего говно-аккаунта на говно-гейме. Итак, у нас здесь есть After New World, After First World, After Superman, Deadstop, Dragon Talon, Electric Law, After Open Saber Room, After Roll. И, короче, я ничего не понимаю. Заходим в автофармы и нажимаем автофарм ревел. Выбираем оружие, которым будете биться. Смоком там своим, там своим куревом. Либо вы будете биться комбатом, то есть кулаками. Итак, нажимаем левел боны, автофарм боны. Выбираем оружие. Тут можно, конечно, сбросить. Автофарм эктоплазма можно. Если у вас эктоплазма что-то есть, я сам не знаю, что это. Ну, мне, в общем-то, и плевать, что это такое. Потом выбираете мы. На каком боссе вы будете фармиться? Здесь много боссов, которые вы знаете. Вот, допустим, Йети, тот же самый Горилла Кинг. Ну, вы выбираете на ваш вкус. Допустим, Горилла Кинг. Ну, мне как вообще поебать. Но, если честно, у меня 25-й левел, так что мне, ничего не остается делать, как фармить на Гориллы. Итак. Автофармал босс, но у меня левел маленький, поэтому я не могу много боссов фармить. Ну, в общем-то, вы сможете очень хорошо развиться этим летом, если все-таки вы будете использовать данный чит. Автоквест, автофлавер, авторингоку. Сам пока не ебу, что это. Итак, сейчас я нахожусь в каком-то непонятном лесу. Вот, а вот горилл, допустим, вот, мне 28 левел. Я могу, в принципе, уже и драться с боссом горилл. Нажимать автофарм. И босс у вас должен работать. Автофарм босс. Ну, пусть автофарм босс должен работать. Чуть я не могу его включить. Все, включил. Все, как видите, я летаю, там фармлю боссов, и мне вообще, поебать. Но... Я просто избиваю. Это просто унижение. Я просто унижаю гориллу. Просто унижаю ее. Ха-ха, все, домой давай иди. Все, ты уже слил. Горилла, как видите, слилась, мне дали 2к баксов, автоквесты, как видите, все работает, я просто вот на изи фармлюсь, просто на изи, при том, что я не захожу сюда, почти не захожу в этот говно режим, в эту говно игру, при этом я фармлюсь до 30-го левела, вы понимаете, насколько это чит. Я желаю удачи и вам саморазвития для вашего мозга, всем удачи и всем пока.